Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games у Мяскив. Мы продолжаем играть в Enter the Gungeon Supply Drop Update. И почему бы нам не обкатать вот этот вот скинчик, который мы открыли, альтернативный на пулю развеселого кролика розового. Ну и идем пытаться надрать задницу Личу. Какие у нас варианты? Надо как-то добраться и расправиться в очередной раз, а чё бы нет. Посмотрим, что у нас из этого получится. Возможно, по дороге встретим какие-то новые пушки. Еще далеко не все мы посмотрели в плане оружия и новых айтемов. Нифига себе. Что вы так спамите-то? Нифига сколько спама-то, а? Что-то лютые враги. Но розовый кролик гораздо лютей. Они не знают просто, на кого нарвались. Мы, розовые кролики, такие беспощадные. Оу. Даже он бочками как-то убиваю. На. Опа. Просто перекат мечом. Тактиш. Закрыто. Конечно, немаловажно находить хорошие, крутые пушки. Но это всегда важно. Не всегда получается, но всегда хочется это сделать, по крайней мере. Так, кто там у нас? Пулька на подмогу. Так, так, так. Опа, опа. По тактишу. Да блин, хоро лезть. Просто граната. Лады. Хорошо, у нас тут здоровье есть. А то я что-то гранату в упор поцеловал, как-то не очень. Надо быть гораздо-гораздо более аккуратным. Следить за всем этим безобразием. Так, иди сюда. Давай мы тебя как-нибудь бочкой поубиваем. Ну где наш первый сундучок-то? Ой, это кто там появился? Так, нормаль. Понятно. Начинаем с мусора, по традиции. О, даже мусорный бро завелся. Может быть, удастся его раскачать, и он будет Лича сам просто разрывать на части. Все же может быть, правильно? Что-то тут просто нереально дофига разных проходов. Куда ведут, зачем ведут? Я думаю, мы скоро выясним. Так, сейчас я с мечом еще как-то в руке разберусь. Кольцо картографа. Некоторые этажи знакомы. Привыкну ко всем атакам меча, ну, как бы, действовать с ним не так-то просто. Иногда открывает этаж. Ну, окей, надеюсь, это иногда будет почаще. Нам еще в идеале надо торгаша найти, ключиков купить. Не, ну, блин, розовый кролик. Вот этого я вообще никак не ожидал, конечно, такого облика от пули. Это да. Ну так это бестолковая комната, если честно. А чем они меня там могут навредить? Не очень понятно. Ну, наверное, ну и хорошо. Лучше такие комнаты, чем просто где-то вкидывают в толпу и горят. Дерись. This is Sparta. А ты такой, no. А уже ничего не сделаешь. Уже тебя по-спартански вкинули. А, чуть не поцеловала бочку взрывную. Тоже такая себе затея. Нам босса, кстати, придется мечом убивать. Босса придется мечом убивать. Ключ мы купим. Дробовик. Нет, пожалуй, дамочка, я откажусь от ваших подарков. Ну, как подарков. Платных подарков еще и с проклятием. Сомнительное удовольствие, ну понятно. Погнали к боссу.
конечно, пинчайка. Кто же еще? Так. Иди лесом. Так, надо аккуратней. Нам нельзя получать дамаг. Лови канделябр. Ты ж хитрый засранец. А, первая пуля мастера. Нормас. Броня, улей. Все сойдет. 33 монеточки у нас еще имеется. Погнали дальше. Фух, перевели дух. О. О, смотри-ка ты, да? Нам известно. Это местность, отлично. Я наверняка знаю, куда идти. Не факт, что мне это поможет. Но тем не менее. По крайней мере, я знаю, куда бежать. А где тут еще и враги, да? И без того веселой карте. Не, ну... Понятно. А как воевать, мать вашу? Только так? Жесть. Чё ж, я сразу не сообразил. Первый раз просто вижу эту комнату. Мне теперь надо как-то здоровьем обзавестись. Так, куча мусора. Жри ты этого подонка. Что ты на него смотришь? Так, ну щит хорошо. Боезапас сомнительно. Так, там у нас сундук. Давай сюда зайдем, тут что-то продают. Медальон сердца. Это хорошая тема, конечно, это безусловно. Пес. Доспех, ключ. Не, ну я медальон сердца куплю. Это да. Пошли к сундуку, нам здоровье бы надо. Я теперь вообще милишник в доску, поэтому да. Есть кое-какие нюансы. Мне надо чуть-чуть здоровья буквально, ну чуть-чуть дайте. Так, так сложно дать здоровье. Просто я в той комнате, конечно, реально растерялся. Надо было не теряться, да? Так, книжки. Ну ладно, подумаешь. Ведомые прикрывают вашу спину. Ну, отлично. Здоровья дайте, не? А потом прикрывайте, как хотите, спину. Твою мать. Что-то не заладилось.
мне срочно нужно. Какое-нибудь оружие. Блин, но я вот тут еще успел уже дамаг получить. Там у нас зеленый сундук. Так. Так, этот ракетами стреляет. Круть. Отвешивай. Типа все? Свободен. А, здесь у нас босс. Пошли налево. Блин, как это опасно. Просто чертовски опасно. Так, пока она не наэлектризована, она не так, чтоб опасна. А вот это круто. Ну, чуть-чуть бы еще здоровья. Лишним бы совсем-совсем не было. И ключик бы. А-а-а, давай, парень, сыграем. Выбьешь мишени. Ну, давай, погнали. Я метко точусь. Метко точусь, да. Метко целюсь. Наверное. Как-то так. Фак! Это уже было не очень. Блин, ну можно было все выбить. Можно было все выбить. Чуть-чуть я сложал, конечно. Ладно. По крайней мере, у нас оружие появилось на этаж. Крайней мере, оружие на этаж. За музыку пошла. Хотя бы не с мечом бегать. Который не стреляет. Так, сразу сюда боезапаса. Подожди, а мне на пчел, наверное, надо. Мы будем босса, наверное, пчелами, да, истреблять. Эч, понятно. Ну, быть может, мы ключик после босса найдем. Было бы уже тоже неплохо. А! Ладно, валим. Граната. Кого там ракета улетела? Все, у нас получается босс. Давай с ульем зайдем к боссу. Патронаконда, ну, камон. Просто сразу мой любимый босс. Давай, 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 давай. О, ну, улей, конечно, очень супер сильно помог. А, прицел. Точный прицел — это хорошо. Но ключ бы, знаете ли, не помешал. Че у тебя по ключам? Совсем все худо, что ли? Так, есть ключик. Давай откроем все-таки сундучок этот. Ну, действительно. Куда? В наше время без движка, конечно, никуда. Как знал, что здесь секретка, правда, стрёмная.
Ну ладно. По крайней мере, ключ. Но пока что у нас нет оружия, способного шатать лича там или еще кого-то в этом духе. Две пули мастера уже неплохо. Ну, посмотрим, что у нас там получится в дальнейшем. Здесь я уже не буду, наверное, с мечом бегать на третьем уровне, ну нафиг. Сразу с железкой пойду. С ним, конечно, можно, но он все равно не супер-мега дамажный. А чё вы не умираете? Так. Как-то я... У железки все-таки разброс. Очень такой суровый. Мне довольно сильно ракеты помогают. Так, синий-зеленый сундук. Торгашок. Какой-то. Ну окей. Денежки дропаются. Тоже вариант, в принципе, хотя бы что-то. Стреляй, 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 не стесняйся. Миньон мой верный. О, еще враг новый. Так, все не в Ктулху. Вот он. Ктулху. Я, пожалуй, этот пополню агрегат. Так, подожди. Давай сначала к зеленому сходим сундуку. Чекнем на предмет всякого полезного. Там уже будем думать. Конечно же, витиеватый путь придется пройти. Что поделаешь. Этот путь мы можем и с мечом проделать. Тут вроде особо жестких противников нет. Не было. Теперь еще можем и железку заправить. Да, такие комнаты можно вполне себе так проходить. Так, парень, отчаль, отчаль. Отчалил. Где ты? Опа. Все по тактике. Второй ключ. А, ты кто? Галактическая медаль мужества. У нас, по-моему, дропы чаще пойдут за счет мужества этого. Так, ну ладно, у нас синий сундук есть. Ну, погнали к синему. В принципе. Может быть, что-то там хорошее есть. Так. Ну, вполне себе пока и мечом удается, смотри-ка ты, орудовать. Так, чтоб нормально. Плюс-минус. Так, ракета в никуда. А, ладно, проверим, что у нас там в синем сундучке. Ага, ну такое. Ледник. Не супер топ. А, давай пока на меч. Так, кричун. Я так понять не могу, что он делает, потому что я его, как правило, убиваю. До того, как он какого-то реального вреда успевает мне нанести, поэтому до сих пор не знаю, что он толком делает. По анимации видно, что он что-то верещит.
Но что это верещание, ну, как бы, чем оно мне грозит, мне не особо понятно. Ёпта. Так, ребятки, давай склеиваться. Где-то гриб переросток вот этот вот. Ну, ништяк, ништяк, пока двигаемся. Так, отдвигались. Что это было? Откуда дамаг прилетел? Да серьезно, я специально же выстрелил, чтобы не задамажиться. Типа полететь куда-нибудь. И отгреб. Все по тактике. Ага. Ну, навряд ли у того хмыря что-то прям дельное. Здесь у нас комната испытания. Давай. Остаться. Я ж люблю страдать, чего бы и нет. Мы ледником еще подморозим. Но. Так, вторая фаза. Что будет? Фаза, поехали. Дайте только сундук поинтереснее. Ладно, сойдет. Что-то такое. Пулевой идол, мстительный дух. По-моему, как я получаю дамаг, он что-то там начинает делать, суетить. Поэтому не супер топ. Я больше ценю вещи, которые позволяют мне получать дамаг, а не что-то делать после того уже, как отгреб. Так, у нас тут босс, это очевидно. Погнали в магазин. Зайдем, посмотрим. Так, подожди, давай лучше железку тратить, потому что тут все-таки взрывы идут. И взрывы, мне кажется, более перспективной темой. Как-то так. Ибо нефиг. А что такое? Стала техника прицела. Сомнительно, что это будет мега-супер полезно. А больше у него нифига и нет. И ключей этот говнюк у нас что-то не продает. Допустим. А, серьезно, да? То есть надо прям пешком бежать. Побежали, надо было зайти и открыть возможность перелета. Ладно, сейчас мы будем опять же ульем орудовать. Надо, по идее, третью пулю мастера брать. И какое-нибудь оружие все-таки хочется уже получше получить. А, ненавижу тебя, злодей. Так, жрите его. Это что было? Б.
божественные мансы. Аккуратненько. Отлично. Пуля мастера есть. Ули тащит. Тащит, растаскивает. Веревка для побега. Что-то я не помню, что ты делаешь. Используется для выхода из запечатанной комнаты. Ага, еще один стандартный элемент снаряжения путешественника, ставший малопригодным в непостижимой конфигурации оружия. Здесь веревку не выводит на поверхность, а только помогает выбраться из одной комнаты. Но иногда большего не требуется. Типа, если в какой-нибудь заднице оказался, чпык, юзнул и вылез. Окей. Ну, секретки нет. Четвертый зал. Поехали. Тут какой-то чувак, тут стрёмный сундук. Тут зеленый всего лишь сундук, а тут магазин. Ну, по идее, надо сразу в магазин протопать, посмотреть, что там да как. А, вон через вот так проходится, окей. Ёп! Не заметил этот выстрел. О, в магазин сразу. Я просто хотел проверить, как веревка работает. Проверил. Ключ, если что, боезапас можно купить. Отличный. Отличный план. Две комнаты посетил, две брони слил. Все, блин, по фэншую. Есть. Грёбаный. Подожди, где ты? Где-то еще кто-то. Злодей детект. Вот эти ракеты самонаводятся, это очень круто. А, чё за парень там? Ну пошли, там скорее всего картограф, это может быть неплохо. Можем что-то хорошее получить, по идее, да? Ну или просто хорошо получить. Да, стрелять, конечно, шикарный выбор, чем... Просто наишикарнейший выбор. Минус. А, еще и на замке. Ну, супер. Супер. Горите. Горите. Просто гореть. Да, это, конечно, сурово. Ну пошли, может, мусор подкормим, да? Наш мусорок. А, все, он увеличился. Два мусора и вон второй формы, да? Ну, откроем, нам полюбасу надо что-то хорошее получать. Нам нужны какие-то пушки. А ты у нас великий картограф, значится.
Погнали дальше, что делать? Картограф. Так, картограф. Так, как мне здесь драться, учитывая, что у меня в руках только вот это говно? Хороший вопрос. Иди сюда. О, в топ-тактике. Ну, давай, самонаводками бей. Бей этого подонка. Самонаводочками. Как пройти-то сюда, потом налево? Понятно. Странно, ладно. Идем пока так. А жди, у меня здоровье нигде не валяется. Сейчас. Вот эта комната вообще не та, в которой стоит с движком бегать. Но вот так вот он ваншотит на самом деле. Только пользоваться им, ну вот, мега неудобно. Давай, стреляй. Ну, так долго я буду, да? Так, от врагов убегать тоже вариант. Сгоришь? В принципе, я понял, зачем оно отбрасывает. Ты начинаешь стрелять и как бы улетаешь от вражеских снарядов. Все ж по тактике, правильно? Мои миньоны будут вас уничтожать, подонки. Просто будут стирать вас с лица земли. Если вы этого еще не поняли. Так, ну ладно, движком можно воевать, но это пиздец какой гемор. И требует определенной практики в этом деле. Так. Да ё-моё. Лады. И мы, получается, добрались до зеленого сундука. Сейчас посмотрим, что ты нам преподнесешь. А, что-то такое. А, массовый дробовик-то хорош. Хорош, подожди, я помню, он вроде хорош. Так вот стреляет, да? Оп, оп. По-моему, какую-то анимацию они ему обновили в Sapple Drop Update. По-моему, немножечко иначе это все выглядело. Так, а у торгаша, дай-ка взглянем. У нас тут боезапас. Так, ну ладно, я не теряю пока надежду, что я боезапас найду. Я не хочу денег тратить. Либо буду вот этим дробовиком шмалять. Потому что он довольно крут. Да, он реально крут. Еще бы самонаводочку сюда, было вообще шикарно. Ключик. Ну давай пробовать так. Не хочется деньги тратить. Фак. Ну серьезно. Нельзя же быть таким-то, мать его, читером.
Что-то не по плану пошла вся битва, ну ладно. По крайней мере, мы его истребили. Замедляет вражеские пули. Окей. Это неплохо. Здоровье есть. Боезапас есть. А, деньги прибережем. Да, погнали. Пока что вся надежда на дробовик, по сути. На этот вот нанотехнологичный. На что нам еще надеяться? Тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. Зеленый сундук, ну супер. Подожди, два зеленых сундука. Так-так-так, мы можем сразу сюда пройти. Ну давай пройдем. Потом туда к дракону через зеленый сундук. Направо-направо. Ну давай посмотрим, что ты, чем ты там вообще барыжишь. Неплохо. А еще кто-то жив? Вроде бы никто не пережил. Отлично. Да фак, еще бы попадать в это дерьмо, все было бы хорошо. Слушай. Героиня хорошая тема. Но навряд ли она мне особо сильно позволит как-то тащить, хотя может и позволит. Но тут особо больше покупать нечего. Здесь какая-то странная комната. Там и здоровье, сундук какой-то нарисован. Погнали посмотрим. Ну, сундук обычный. Но даже здоровье было бы не лишним. Давай возьмем. Пламенная пушка. Ну, ересь, конечно, для этого этажа уже абсолютная. Так, отсюда нам надо. Там вот босс. Сюда нам не надо, я туда за тем зеленым навряд ли пойду. Давай мы хотя бы этот возьмем зеленый. На героине, может быть, накопим. Допустим. Фак. Ну ладно. Просто хотел не дать тому призвать, и что-то как перестарался в этом плане немножечко. Да фак, ну серьезно. Ладно, там есть чем подвосполнить. Но надо быть еще более аккуратным. Да, урон у нас все-таки неплох. С этого дробовика. Подожди, а где здоровье? А вот оно. Какое-никакое, но все-таки наше здоровье. Придется немножечко кругов мотнуть. Скоро на героиню накопим. У героини, по-моему, или такой, или чуть лучше дамаг, не знаю даже. Хотя, может быть, не ее купить. Она, по-моему, вот на эту пушку очень похожа в плане нанесения дамага. В смысле?
Спасибо, блин, еще и киянка тут начала орудовать. Может быть, другую пушку стоит купить, потому что... Подожди, а ты что не убиваешься, да? Нормально. Окей. Да, это есть просто такие враги, летают очень похоже. Блин, а как дамаг-то в меня влетел? Ква получать дамаг. Просто хватит получать дамаг. Говнарь-туху. Всех вроде победили. Это что еще? А, волк. Что-то у меня компаньонов-то много набралось. Я бы оружие предпочел. Серьезно. Что взять? Или у меня все-таки не так много вот этих патронов? Вот это все не супер мощно. Ладно, берем героиню. Пытаемся что-то с ней сделать. Посмотрим. Так, песик. Песик впрягся. Ну, давай начнем с ули, а там как пойдет. Ты что-то с каких-то... Это неплохо ему дамажит, смотрите. Неплохо дамажит, но все может закончиться печально с легонца, если ему быстро не раздамажу. Давай, 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 давай. Ну, блин, вот как я его сейчас задел. Фу. Ну, окей. Я, правда, пустой. Движком можете сердце жарить. Мечом можно, конечно, прорубаться, но это не очень удобно. Нифига, почти все. Нормаль. Как-то так. Чё пустышку беречь? Не скинулся. Пес, грызи. Я тебя, паскуда, движком убью.
Проблема в том, что как нам лича шатать, как нам до него вообще дойти. Да, это, конечно, большой-большой вопрос, как мы будем с ним справляться. Если дойдем вообще, да? По крайней мере, я дорогу должен видеть, у меня же карта работает. Я надеюсь, буду хотя бы, ну, видеть, куда я топаю. А это уже немаловажно. По крайней мере, я на это надеюсь. Да, надежды не увенчались успехом, без понятия, куда топать. На. Это будет долго, больно. Жди, я могу веревку юзнуть. Может, ты меня куда-нибудь телепортируешь, куда надо? Ага. Но там был тупик явно. Блин, как страшно. Просто чемпионы зачистили к нам. А кто там стреляет-то? Я не уловил, кто в меня подшмальнуть успел. Так, мне бы... боезапасика бы. Как вы на это смотрите, а? Товарищи адские жители. Как насчет боезапаса? Аккуратно. Всякие огоньки. Нет, так она вообще нифига не работает. Пушка. Давай экономить. Где-то возможно. Мне бы мой дробовик тут многофункциональный. Он прикольный. Грызите, псы! Ну, и мусор. Умри. Просто умри. Дайте боезапас, пожалуйста, ну. Тут же гребаный лич, не абы кто. Так, аккуратно. Погнали. Я надеюсь, я хотя бы более-менее верной дорогой иду. Так, этот толстый сейчас там разлетится. Пока.
И пока. Так, ну, броня, это, конечно, здорово. Но если мне не дадут боезапаса, то это будет печаль. Лютая, мать ее, печаль. А-а-а. Еще кто-то жив. По-моему, я не туда бегу, вообще не туда. Уходим. Да, по-моему, вот он. Получается, замкнулся круг. Тут надо было налево идти. Жесть. Просто... О-о-о-о-о-о-о-о. Боезапас. О май гад, бал. Иди сюда. Иди сюда, лич. Ну, конечно, не так дерзко. Все-таки это не супер имба. Но хотя бы как-то что-то я смогу с личом поговорить. На тему его плохого поведения. Промеж пуль просто. Так, я попадаю вообще? Такое чувство, что нет. Вот здесь уже может быть дорога к личу. Видите, она вся в огне, это как бы явный признак. Чувак горит в огне. Ну, ад, что поделать. Здесь не сладко всем приходится, это явно. Да. Чё я забыл-то? Серьезно. Простые говнари меня два раза задамажили. Ну ни в какие ворота. Так, знаем эту комнату. И не любим. Четыре сердца. Но это мало на лича. Какое у меня оружие топовое. В кавычках. Да. Я горю. Отлично. У меня нет здоровья. Можно на его счет не переживать, его теперь нет. Никакого, мать его, здоровья нет. Чуть-чуть и есть здоровье. Ну, это реально чуть-чуть. Хотя бы целое сердечко дали, но не серьезно, ад все-таки. А, я ж перекатом умею убивать. Че я в самом деле? Я же пуля. Жесть просто, просто жесть. Тут нечего добавить. А фиг знает, как мы с ним драться будем. Ау. Просто умри.
Но первая топаса пофиг с ней. Не так-то сложно. А вот вторая. А там еще и третья. Это уже совсем другой разговор. О, да, он в ярости. Разозлили слегонца парня. Я не специально, я не хотел тебя злить. Вообще не понял, откуда этот дамаг был. Ну, да. Тут без шансов. Не дали мне каких-то эпичных пушек, к сожалению. Ну ладно. В любом случае, забег получился неплохой. До Лича мы добрались. И даже до второй его фазы добрались, что удивительно. На этом же тогда всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. Всем всего хорошего. Пока-пока.